Йоу, всем привет, дорогие любители паркура. Сегодня я вновь выбираюсь тренироваться. И Леха уже снимает видос, блин, хотел домофон позвонить. Все, это, короче, местный гид у меня сегодня. Личный, точнее. Серьезно? Даже не знает, где споты находятся возле дома. Понятно все. Я уже давно там не был. Вчера. Вчера? И позавчера. А, ну понятно. Срезать, да, будем по-трейсерски? Давай телефон мне в рюкзак убери, да и все. Не, я тоже снимаю. О. Короче, мы опять не на то место пришли. Ты точно эти места хорошо знаешь? Точно. Вон, впереди виднеется лестница. Вот здесь тоже прикольное место, как либо потренить можно. Полазить как? Чисто вот так вот. Полазишь? Нет. Почему? На этом висел просто, уже висеть было стрёмно. Сегодня дождь себе шели. Должнее не должно быть. Должен. Кто вот снимать будет, ты или я? Оба. Оба? Да. Слава богу, сегодня без подводящих. Что, подводящих хочешь поделать? Нет. Я не могу уже несколько дней этот прыжок делать. Почему? Ну, высота, конечно. Там вообще изи. Да нет. Снимаю, как снимает Лёха. Ну что ты? Ну вот, на край такой высоты ты не боишься, да, прыгать? Да. И здесь ты не можешь прыгнуть вот отсюда и сюда, где высоты нету, да, никакой? Тут есть высота. Какая? Большая. Так она такая же, просто тебе... Здесь ты прыгаешь тупо вниз, а здесь тебе нужно прыгнуть чуть-чуть вдаль и все. Нет, не идея. Выход у тебя, конечно. Давай, Лёха, этот прыжок. Нет, вот, вот этот прыжок давай. Оттуда вот сюда. Тут даже, кстати, парапет повыше, чем там. По высоте. Да, он повыше, чем тот. По факту ты должен долететь. Прям наверх выпрыгнуть посильнее. Ну, кажется, что в стенку вот прыгнешься, просто я подпрыгнешь. Я назову влог Лёха Очкодав. Просто прыгни один раз, не в кайт, а в стенку так же. Я же то, что ты не прыгаешь, прыгни просто в стенку. Не в кайт, а в стенку. Прыгни, воткнись и спрыгни с ней. Кайт, в стенку положить. У меня ногами проходи. Лёха очкует, короче, здесь что прыгать. Пойдем дальше. Валран с этой стороны, вот тут валран отрабатывает сюда. Господи, только не это. Ты помнишь, сколько раз ты его делал тогда? Мне уже раз 2 часа потратили. Фига удобно со штативом снимать. Надо такой же купить. А мой телефон вы где оставили? Куда ты его делал? Я его вам давал. Нет. Да. Уверен, что ты его мне давал? Да. Нет, ты мне его не давал. Ты же убрал его куда-то. Чего? Ты убрал его, говорю, куда-то. Нет, я давал, но не давал. Не знаю, у меня нету его. Запаниковал. На самом деле телефон у меня в кармане. А куда ты мог его деть? Может, ты уронил его где-то? Нет, я когда залезал сюда, не знаю, я вам его давал. Я не помню такого. Чего он прикалывается надо мной? Ты не прикалывайся над тобой. На самом деле, да. Дай мне телефон. Да нет, у меня лёг телефон. Я не прикалываюсь. Я тебе говорю, нет у меня его. Проверь карман. Нету. Я сам обыщу тебя. Чё ты? Обыщу тебя сам. Нету? Я же знал, я уже знаю твои прикольчики. Ты запаниковал, капец, так засуетился. Реально Лёха Очкодав? Минусы
меня там сейчас скользнуло. Молодец. Где? Покажи. Вот пофиг, это. Вот это, вот. Это вот вообще это не вот. Рано. Ранка? Это не рано вообще. Если что? Если я его сделаю. Если ты его сделаешь, я не назову влог Лёха Очкодав. Ну что, легко? Ну, я же тебе говорил, ты боялся. Тут перепад небольшой. Ну, поднимай щит там, где пальцами лучше держаться, да? Пальцы сейчас сдохнут. Отлично, я пробую. Это на залез уже больше половины. Сейчас сегодня, короче, будет влог унылое. Настроение Сергея. Шалазным Леха ничего не хочет, не может. Да, страшно, боится. Два чего-то я не смог и все. Че, куда дальше пойти? Я предлагаю идти просто вон туда. Потом, если там спотов не найдем, пойдем уже к моему дому на площадку, там споты тоже. Ну там такие споты с перилками как раз, как ты хотела. Может, мы паркур в этот, на парк сходим? В парк? Где мы будем? Нет, тут далеко идти. Можно доехать на автобусе. Лучше не надо. Так у меня есть безлимитная карта. Не ты что, очкуешь? Нет, сегодня трошный паркур. Надо, короче, комбинации тебе какие-нибудь поснимать. Конечно, стрёмно там. Высоту видел? Высоту видел. Поэтому стрёмно. Я его в карман убирал. Не знаю, там нету чего-то. Надеюсь, ты меня сейчас вот сейчас троллишь. Нет. В рюкзаке посмотри. Так, я не убирал его в рюкзак, я его в карман сюда убрал. Тебя. Я его из рюкзака вытащить хотел, без палева положить в карман, чтоб ты вообще как запереживал. Он опять меня затрелил. Почему сегодня не трейсерс? Почему не трейсерс, трейсерс? А, это трейсерс? Да. Просто странно то, что на трейсерс нет надписи трейсерс. Ну, не везде же. Ну да. Они с Дэвидом Беллем вот эту коллаборацию делали. У меня сегодня состояние какое-то непонятное. Лёха придумает себе что-нибудь, и мы, это, и мы это снимем. Чего говоришь? Что? А? Домой его заберешь? Нет, пусть лучше хозяин найдет здесь с тобой. Давай комбинации прыгать. Чего говоришь? Я снимаю, но связку уже 2 часа. Да ладно, 2 часа тебе не ври, давай. Минут 15 часа. Максимум, 20. Час. Давай заново. Опять? Сейчас мы с Лёхой, короче, заспидраним в магазинчик. Ага. Спасибо.
посидим, перекусим немножко и что-нибудь еще поделаем, куда-нибудь сходим. Ты чего прикалываешься? Хорошо, вот так. Без консервантов это значит не газированное? Закажи банк. Что ты насчет этого скажешь? Я не знаю. Где поедем? Где-нибудь в лавочке. Заспидранили в магазинчик. Сейчас будем кушать. Заспидранили, да. Прям очень быстро. Газы, короче, убери, чтобы она менее газированная была, да. Помедленному открывай. Помедленному, у тебя вся липкая сейчас будет. Сначала влога у него. Будем что-то тренить вообще? Да, конечно, но там не придурка. Я жду тебя. А, ты меня ждешь? Да. У меня что-то настроение, желания такого нет, что сделать. Тренить, желания нет. Погнали, быстро. Ладно, давайте, тренить. Да, давай тренить. Вообще не хочу тренить, прикинь, вот не хочу просто. Я вот хочу вот так вот сидеть на лавке и все, и больше ничего не делать. Ну да, поговорить можно. Тоже ладно, на этом влог закончен, подписывайтесь. В смысле? Ладно, шучу. Что ты? Да я ничего, ты че? Я хочу тренить, пошли тренить. Да я не хочу тренить. Да не, у меня на самом деле настроение сегодня какое-то непонятное. Не выспался, рано проснулся, потом уже просто не мог заснуть. Сегодня влог называется «Лёха очкодав, унылая жопа» и все. Ну, Лёха боится просто что-то делать, я не хочу что-то делать. Поэтому ладно, на этом влог закончен. В смысле? Влог, конечно, не закончен. Да, Лёха? Чего? Будем закругляться потихоньку? Нет. Чего? Я еще хочу долго тренить. А если дождь пойдет? Ну пойдет дождь, будем тренироваться. Будет... Вот это нормальный тренерский мышление, то, что я. Когда Лёха говорит, что на площадке никого нету, да? Да это, блин, редко очень случается, то, что так много людей. Ну или же я в окно редко смотрю. Да дай я тебе говорю! Пошли тренить, может. Лень, короче, мне. Пошли тренить. Ладно, погнали. Наконец. Только на устой прыгни. Что? Ты тренинг хотел? Давай, трени. Я треню. Тоже фигачь волку. Слушай, красиво двигаешься. Чего? Красиво двигаешься, говорю. Спасибо. Что случилось, Лёх? У меня штатив напал. Спаси меня, блин, что ты снимаешь? Отстань от него, ты чё, тварь? Да. Ты точно так же, по-моему, да? Нет, чуть помедленнее. Надо было ноги подтереть, тогда я бы быстро налез. Давай.
Короче, двигаем с Лехой на паркур-площадку. Все, мы пришли на паркур-площадку. Сейчас здесь позависаем немного. Вот, и в принципе будем закругляться. 45. Лёх, что, как тебе прыгается? Прыгается хорошо, но я уже подустал чуть-чуть, как бы, ну, 6,5 часов тренировался. Ну, тебе точно нормально прыгается? Да. Ты посмотри, что сзади творится. Пофиг. Трейсер на YouTube, паркур везде. Красава. Собственно, на этом наш влог закончен. Вот так вот мы потренировались, немного уныло, немного где-то страшно было, да, так скажем. Очково. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я обязательно отвечу, если можно будет их писать. Подписывайтесь на канал, и увидимся в новом видео. Всем пока. Сейчас, как загадать?